Всем привет, с вами канал Linux for User, и в этом видео я покажу два способа, как можно узнать, поддерживает ли ваша материнская плата интерфейс UEFI, который пришел на смену BIOS. То есть на сегодняшний день уже все новые модели материнских плат поддерживают интерфейс UEFI. Для начала нужно запустить окно «Выполнить». Сейчас покажу два варианта, как его можно запустить. Вариант первый. Заходим в пуск и сразу же вводим «Выполнить» и запускаем это окно. На мой взгляд, так запускать долго и неудобно, тем более в других версиях Windows таким образом запустить окно «Выполнить» не получится. Поэтому, когда вам нужно запустить это окно, советую запомнить и всегда использовать горячие клавиши WinR, потому что эти горячие клавиши работают во всех версиях Windows, которые на сегодняшний день используются, то есть начиная от Windows XP и заканчивая Windows 10. Далее нужно запустить команду msinfo32, то есть вводим ее и нажимаем ОК. И вот в строке режим BIOS, как вы видите, в моем случае указано значение UEFI, то есть это означает, что материнская плата поддерживает интерфейс UEFI. Если у вас здесь значение Legacy, значит, у вас материнская плата не поддерживает UEFI. Открываем проводник Windows, переходим в системный раздел, в моем случае это диск C. Затем нужно перейти в директорию Windows. Далее переходим в директорию Panther. И здесь нужно найти файл setup.act. Открываете его, нажимаете Ctrl-F, чтобы легче было найти нужную строку. Вводите boot environment. И вот, как вы видите, у меня здесь написано EFI, то есть это означает, что материнская плата поддерживает интерфейс UEFI. Если бы не поддерживала, тогда было бы написано BIOS. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, делитесь им с друзьями и до встречи в следующем видео.